Кумертауский филиал Оренбургского государственного университета в очередной раз принимал у себя гостей. 20 ноября здесь состоялась третья международная студенческая научно-практическая конференция. Программы обширные. В течение дня предусмотрены семинары, круглые столы и дискуссии на актуальные темы, касающиеся строительной науки, электроэнергетики, а также по проблемам и перспективам развития экономики. Торжественное открытие мероприятия состоялось в конференц-зале 7-го корпуса. Участников форума поприветствовала директор филиала АГУ Татьяна Сазонова. Наши студенты обобщают научные результаты, показывают свои научные достижения, обсуждают их. И также нам очень значимо обобщить эти результаты в практической составляющей. И три команды приехали гостей из трех средних профессиональных образовательных учреждений. Это Мелиус, Салавац, Тельтамак. Также участвует наша команда. Будут соревноваться по стандартам WorldSkills, компетенции кровельной работы. Проведение отборочного тура чемпионата WorldSkills на базе кумертауского филиала АГУ проводится не случайно. Учебное заведение имеет большой опыт участия в подобных состязаниях молодых профессионалов на республиканском и международном уровне. Поэтому участники форума отмечают, что соревнования по профессиональному мастерству являются уникальной площадкой для обмена опытом. Действительно, WorldSkills – это новое движение, которое уже на протяжении нескольких лет развивается у нас активно в Российской Федерации. Это пропаганда рабочих профессий, без которых не может быть достойных специалистов. Поэтому присоединяюсь уже к высказанным словам. Пусть сегодня плодотворно пройдет научно-практическая конференция, а в конкурсе молодых профессионалов победит профессионализм и будет тот, кто более подготовлен. Перед началом соревнований был представлен мастер-класс молодыми профессионалами предыдущих республиканских чемпионатов. Они наглядно показали, каким требованиям нужно соответствовать. Так участники должны уметь читать чертежи, знать устройство крыш, основы технических измерений, а также выполнить укладку и фиксацию теплоизоляционных материалов. Кроме этого, важно соблюдать правила безопасности. Задания сложные, но до участия в соревнованиях была возможность потренироваться, говорят ребята. Мы должны сделать примыкание к парапету, сделать должны примыкание также трубы. Ну, мы там получается, свариваем, все, и получается, чтобы все герметично было, и ну, без пережогов, недожогов, чтобы все ровно было. Сложное задание? Да, нужно наловчить руку, ты должен тонко чувствовать грань между пережог и недожог. Вот, и тогда получится хороший шов. Победители соревнований станут участниками республиканского этапа WorldSkills. Айгуль Мухаметшина, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».